вот танковый и авиационный были очень похожи. Пехотные от них. Так, да сядьте нормально. Драконы какие-то. Говорю, китайские какие-то там. Ну так это же не наше, вот это вот все. Это вообще сфинкс какой-то. Это дракон. И это дракон. Thank you.
прочитаем. Диорама называется «Штурм Берлина». Штурм. Что они там делают, а? С такими воплями. Посмотрите, пожалуйста, на диораму.
Вот. Подожди, есть. Это потом. Мам, ну ёбай. Это пулемет там немецкий, а это наш. А это наш. У нас солдат. И генеральская формочка. Морпихи.
Видишь, вращается вот. Изображение такое объемное получается. Представлен рукой. Герой. У папы орден дружбы народов похож прям на Сувора. Вот. Ну, я почитал, да, георгиевскую ленту они взяли, вернее, они взяли с образец георгиевской ленты. С георгиевской ленты. О, вот это вот у этого ж. У Жукова. И с рубиновыми этими. Ну да. Ты знаешь, сколько они сейчас стоят? Красота. Ну все. Пятницкий, наверное, какой-нибудь. Чего? Это красиво поет хор Пятницкий, наверное, какой-нибудь. Ну, естественно, сейчас его уже нету давно-давно. И так никто не поет. Через дырку в Берлин попали. Да. Как это, Алиса в стране чудес, так мы в чего сюда не это самое. Yeah.
правильно. Там города вот эти изображены. Тула, Сталинград. Где? Вот барельеф такие, видишь?